своем первом бою Максим одержал безоговорочную победу. 13-летний спортсмен приехал из Москвы. Занимается боксом уже 4 года. Чтобы попасть в сборную команду России, ему нужно выиграть еще в 3 поединках. По словам спортсмена, все зависит от упорства и настроя. Ну, конечно, тяжело, но здесь берет характер и сила, вера в себя. Еще много куда расти. Главное верить в себя и все. Все впереди. Отбор спортсменов проходит по олимпийской системе. Победители борются с победителями. Всего за 6 дней будет проведено более 400 боев. Лидеров отберут в каждой весовой категории. По мнению организаторов, Анапа достойно встретила участников, создав комфортные условия для проведения турнира. Это отборочный тур на Европу. Конечно, это серьезный соревнование. Ну, Анапа уже, как я так считаю, что как одна из лидеров проведения этих мероприятий. Это не первый раз проходит, и все достойно. И судейское, и судейство, опять же, и организация, все. Окончательные результаты станут известны 26 марта. Кроме медалей и грамот, победители состязаний получат путевки в состав сборной России. В мае им предстоит отстоять честь страны на первенстве Европы, которое пройдет в Болгарии. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.